Воздушное судно «Аэробус А-319» вместимостью 128 пассажиров прибыл из Москвы в 12:40. По словам пресс-секретаря авиакомпании России Сергея Старикова, который был в числе прилетевших, борт был назван в честь нашего курорта не случайно. Аэропорт Анапа – важная точка для полетов в настоящее время и развития дальнейшего сотрудничества. Для авиакомпании «Россия» очень знаменательное событие, потому что развитие курортного направления – одно из приоритетных направлений развития маршрутной сети авиакомпаний. С начала года авиакомпания выполнила более 300 рейсов в Анапу. Было перевезено более 26 тысяч пассажиров, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее. С 21 мая было открыто авиасообщение между Анапой и Оренбургом. В ближайших планах уже со 2 июня авиакомпания начнет выполнять рейсы в наш город из Екатеринбурга. По словам генерального директора компании «Базел Аэро» Леонида Сергеева, открытие новых рейсов в Анапу – это хороший показатель развития территории. У нас традиционно очень хорошие связи с компанией России группой «Аэрофлот». И в этом году за 4 месяца Анапа перевезла на 11% больше, но компания «Россия» конкретно идет с опережающими темпами. И в преддверии такого интереса к этому региону, как авиакомпании увеличивают частоту и сетку своих полетов, мы делаем для этого новый терминал. Вы знаете, что мы будем новый терминал открывать, который в 2 раза больше, чем старый, а пропускной способности тоже в 2,5 раза больше. Мы очень рады этому сотрудничеству и надеемся, что оно будет только укрепляться и продолжаться, усиливаться, так скажем, на протяжении следующих лет. В торжественной обстановке представителям авиакомпании был вручен макет аэробуса начальнику управления по санаторно-курортному комплексу и туризму городской администрации Дмитрию Ерохину, который отметил, что Анапа готова принимать на достойном уровне и наших сограждан, и иностранных туристов. На сегодняшний день уже 71 объект работает по системе, все включено. И мы можем дать как бы достойный уровень от 3 звезд и до 5. Поэтому мы двигаемся вперед. И благодаря успешной работе с нашими коллегами, я думаю, что ни один самолет будет носить именно Анапа. Может быть, это начало какой-то хорошей традиции.